Привет, меня зовут Вадим Пуштаев. Я работаю в отделе внутренней разработки поиска Mail.ru, и я один из преподавателей курса программирования на Perl. В связи с популярностью курса мы запустили его в 4 образовательных проектах Mail.ru. В последнее время Perl не очень популярный и не очень модный язык, однако в индустрии он все еще востребован. В Mail.ru Perl используется, по крайней мере, в таких крупных проектах, как почта, облако, социальная сеть «Мой мир» и поиск. Для многих кандидатов владение Perl-ом стало легким способом попасть в индустрию разработки. В своем курсе мы рассказываем не только про Perl в частности, но и про программирование в целом. Знания, полученные там, могут быть применены к разработке на других языках. Помимо базового синтаксиса Perl-а, мы затрагиваем такие темы, как объектно-ориентированное программирование, асинхронное программирование, работа с базами данных, разработка веб-проектов, автотестирование и некоторые другие. Успеваемость оценивается по совокупности выполнения домашних работ, которые мы даем на протяжении всего курса. Также в середине курса мы проводим хакатон, на котором всей командой реализуем небольшой, но интересный проект. За последние 2 года мы приняли уже более 10 выпускников с стажерами в нашу компанию. Будем рады видеть вас на нашем курсе!